уважаемые калининградцы и гости города. Позвольте представиться. Немецкий органист, педагог и волен Всевышнего, композитор Йоганн Себастьян Бах. Моя музыка звучит во всем мире. Сегодня моя музыка вновь будет звучать здесь, в одном из самых красивых залов России. Она оказалась понятной и близкой вам. Мечтал ли я об этом, создавая ее 2,5 века назад? Неустанно повторял я своим ученикам, музыка должна служить воскрешению духа. Во славу Господа рождались звуки скорби и утешения, жизни и смерти, размышления и радости. Со мной всегда были мысли о красоте и гармонии мира, о созидательной силе человека. И будто не миновало 2 столетий, ваш современник, народный артист России, лауреат государственной премии Гарри Кронберг, названный властелином органной державы, предложил калининградцам идею международного музыкального фестиваля Бахослужения. И вот уже 20 лет в этом служении значится и ваш город. И именно Гарри Кронберг стал крестным отцом вашего органа. 20 лет назад, открывая первый международный фестиваль Бахослужения, Гарри Кронберг сказал: «Я горжусь, что сумел открыть многим людям красоту и величие этой музыки. И мне радостно, что фестиваль Бахослужения становится необходимой частью духовной жизни самого западного региона России». На сцене лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк. Thank you.
Thank you.
Thank you.